Следователи считают, что стрелок в кафедральном соборе в Бразилии действовал один. Неизвестный накануне застрелил 4 человек. Инцидент произошел в штате Сан-Паулу. Правоохранители, которые патрулировали район, услышали хлопки и сразу же прибыли на место ЧП. Они вошли в собор, ранили преступника, и только после этого он покончил с собой. Следствие не исключает, что изначально стрелок планировал скрыться. Его мотивы до сих пор неясны.